Завершился шестой региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В Десногорске он традиционно проходил на базе энергетического колледжа. В этом году участие в мероприятии приняли конкурсанты из Смоленска, Сафоново, Верхнеднепровского и Десногорска. Всего около 60 человек. Свои знания они показывали в составе двух возрастных групп – юниоры и основной состав. А за их работой следили 29 экспертов из ведущих предприятий области. У участников стоят эксперты за спинами. Это редко на какой компетенции. Вот такой вот очень близкий контакт экспертов и участников. Такие условия были на обеих компетенциях – лабораторный химический анализ и электромонтаж. Эксперты отмечают, что задания становятся сложнее год от года. Меняется как техника, так и технология в целом. Но при этом такое погружение в предмет позволяет молодому человеку сформировать прочный фундамент знаний для будущих достижений в этой области. Или как минимум получить навыки, которые можно будет использовать в быту. Я с детства занимался электричеством, у меня еще дед был электрик. Мне очень нравилось заниматься электричеством. Я решил прийти сюда, попробовать эту профессию. Может быть, в будущем я захочу работать электриком. Этот опыт, ну, он очень пригодится в жизни в дальнейшем. Например, дома можно будет провести всю проводку без проблем. В любом случае, подобный опыт станет конкурентным преимуществом молодых людей на рынке труда, как в Смоленской области, так и в частности в Десногорске. Работа была проведена масштабно, и очень хочется искренне поблагодарить наших работодателей. Это Смоленская атомная станция, ЭЦМ Смоленск, САЭС-сервис, предприятие ЭЛС. Мы бы без них не справились. Чемпионат завершился 5 марта. Участники и победители, помимо новых навыков, получили ценные призы, дипломы и медали.